Идея создать социальный проект «Саровское долголетие» у Галины Сайгушевой появилась год назад. Откладывать ее реализацию в дальний ящик женщина не стала. Сначала открыла группу по оздоровительной гимнастике для людей старшего поколения, а потом уже создала ансамбль «Красивый возраст». В ансамбле у нас занимаются женщины разных возрастов, но это в основном именно старшее поколение. Проект рассчитан именно на них, для вовлечения в социальную и культурную жизнь нашего города. Ну а также для общения внутри коллектива, полезный и интересный досуг. В коллективе занимаются более 20 человек, разучивают различные танцы – цыганские, народные, испанские и другие. В планах у руководителя коллектива развивать проекты и проводить семинары. Уже в этом месяце для своих подопечных Галина Сайгушева проведет первое занятие по изучению русского народного костюма. Данный проект, он вовлекает людей старшего поколения не только в социальную жизнь, он показывает молодежи, как можно и в более зрелом возрасте жить активно, интересно, не поддаваться унынию, не поддаваться какой-то тоске, заниматься любимым делом, несмотря ни на какие жизненные сложности и трудности. Ирина Николаева начала заниматься в коллективе «Красивый возраст» с самого его основания. Женщина признается, что давно хотела попробовать себя в роли танцовщицы. Здесь Ирина приобрела много новых знакомств и научилась красиво двигаться. Танцы – это искусство. И танцы – это универсальный язык, которым можно передать настроение, можно передать свои чувства, идеи. Это одно. Танцы – это физическая подготовка, это само собой. Это координация движений, это осанка, это выносливость. Много. Про физическое можно говорить отдельно. Социальная активность, естественно, в танцах есть. Сейчас коллектив «Красивый возраст» готовится к своему первому конкурсу, который пройдет в Арзамасе в феврале. В марте они выступят на фестивале танцев народов мира. А уже в апреле покажут, чему научились за год на отчетном концерте. Стать участником коллектива просто. Достаточно прийти в студию на Курчатова 3, кабинет 301, или написать ВКонтакте Галине Сайгушевой. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».